Красная площадь столицы республики стала не только местом притяжения, но и главной темой обсуждения после ее открытия для массовых посещений. Горожане оценили первый этап реконструкции. Оригинально, непривычно для глаза, стильно. Перечень определений можно продолжать. Все социальные сети полны комментариев и отзывов. Я здесь первый раз. Все смотрела по интернету, а так очень нравится. Все нравится, очень красиво. Оценили объект и специалисты. Объект, вы видите, оригинальный, очень красивый. Есть очень много смелых решений, интересных решений. На сегодняшний день этот объект один из лучших, я считаю, в Поволжье, а может быть и не только в Поволжье. И мы можем гордиться тем, что наконец-то в нашей республике, в нашем любимом городе есть такой объект. К сожалению, в последующие дни был выявлен и ряд недоделок. Неустойчивость конструкций, плохое крепление привело к неприятным ситуациям. Исполнитель приводит сейчас все в порядок. Да и жители оказались не на высоте. Вырванные провода, сломанная калитка на детской площадке, испорченное покрытие скамеек. Это результат уже их рук. Есть моменты с вандализмом, на которые хотелось бы обратить внимание. Это все-таки сделано для нас, для людей, для наших любимых горожан. Поэтому и относиться к этим объектам, к этим интересным скамейкам, перголам, детским городкам надо очень, я считаю, внимательно и аккуратно. На территории залива дежурит охрана. Но ведь за каждым гуляющим ее не приставишь. Давайте любить наш город, уважать труд специалистов и отдыхать с удовольствием. Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика.